друзья. Так. Я не пойму, это двери, нет? Нет, это какие-то рамки, да? Рамки. Ну понятно, с этими новыми всегда закрыто. Ага, вот конференц-зал выходит, да? Оу. Жутко. Так. Нет, это не сохраняшка, да? Окей. Не сохраняшка, так не сохраняшка. А, блин, а что тут? Я даже не знаю, что тут. Кровотечение. Да. Блять! Откуда она появилась? О май гад. Теперь у нас есть возможность сожрать еще что-то, да? Прекрасно. Бутылка воды. Перед самым сейвом я манал. Бутылка воды. Да нафиг она нужна? Я сейчас загружусь по новой, блин. Бутылка, блин, воды. Пиздец, блядь. Нахуй эта бутылка воды? Так, а чё я в музыкальном классе-то оказался? Смысл? Чё-то я не туда, походу, немножко побрёл. Видимо, реально не туда. Так. Да, теперь мы под туда пошли, да? Ладненько. Такс, вот и сейв, замечательно. Бро-про-про-про-про-про-про.
Так, и что нам тут делать? А? Блять. Я чуть не посидел. Крипипаста, да? Так, записочка. А эту пленку можно на старой камере воспроизвести. А на этой пленке секрет. На самом деле кто-то хотел посмотреть, формат весьма старый. Ее оставил Тайхун. Мне интересно, что на ней. Ага, специальный магазин. Понятно, что. Так, а это вообще по заданию, да? Класс ИЗО. Музыкаль. Кабинет председателя? Аж туда? Ёлы-палы. Это возвращаться, короче, но это жесть. Веселое ждет приключение по этажам. Как говорится, лучше перебдеть, да? Ну да. Сучка. Она здесь. Бля. Блять! Да капец, два удара и все, жопа. Да давай быстрее, как он там? У нас два антидота? О, просто жопа, капец, класс, спасибо, блин. Блин, чем дальше, тем хуже, блядь. Так, а на какой нам нужен этаж? Это у нас второй. А первый, получается, все назад. Мы верно, да, идем? Стоп. Я сейчас в этих дверях нахер.
Не нравится мне все это, не нравится. Девка, падай. Две девки падают. Ага, хрен тебе. Так, лифт. Блять. Да ёб твою мать, блять, про. И нихуя себе, ну это вообще пиздец, блять. Блять, хуй пройдешь, блять. Да ебуческая сила, блять, ну чё за пиздец? Ёбаные нервы, блять. Лопайся давай, блядь, заебал. Блядь, еще эта тварь тут, ёбаный в рот. Нахуй иди, блядь. Бесишь, блядь. Что? Блять, да хули мне прятаться? Блять, я еще и не в тот туалет пошел. Шикарно. Нет, выше нам не надо. Сейф? А, точно, тут же сейванушка, блин, я туплю. Так. Комната для совещаний. Комната для совещаний. Отлично. Так. Я уже забыл, как мы шли. Тут вообще заплутать в этих легко. Так, по-моему, кто-то сейчас падать будет, да? Или нет? Я уже глючит меня.
Так, а вот нахрена я иду? Мы не через туалеты разве возвращались? А, во как. Не через туалеты, оказывается, да? Да уж. Тут и правда можно затеряться, мать твою. Блин. Опять. Блин, ну антидоты реально нужно хранить. А то будет пиздец. Блять, иди нахуй. Бесишь, блять. Ух. Нам чисто повезло. Так, нам наверх и в комнату председателя, и все. Так, а в комнате геологии нам можно, да, сейвануться? Блять. Да, слава богу. Так. Кабинет председателя. Нам, значит, сюда. Там, значит, что-то будет. Так. Ладно. Класс географии. Окей. Вообще сюда пошли? Да. Так. Это же библиотека северного крыла. О, блядь, это же та тень, что забрала Сёху. Какого хуя? Что она делает? Воу, это какая-то секретная комната. Должно быть, Тайхун ее нашел и решил заглянуть. Он пошел в северное крыло, чтобы все осмотреть. Теперь понятно, должно быть, на него и напал дух
Мёнгиля. Это мисс Сонг? Что она тут делает? Окей, решено. Надо закончить то, что начал Тэйхун. Тень проникает в некую секретную комнату при помощи книжного шкафа. Нужно быть внимательней. Вот, блядь. Видео оборвалось. Ладно, пора идти. Ага, летописец. Так, подожди. Нам не в эту комнату, да? А, нам в библиотеку 4F. Ага. Так, подожди, на каком этаже? В компьютерном классе. Ладненько. Я думаю, где сохраниться? Там или тут? Нет, лучше, наверное. Достала она там топать, блин. Поздравляю, что ты там топаешь, тяп-тяп. Так. Класс географии. Крутяк, крутяк. Блять. Фух, нам повезло. Если это вообще можно назвать везением. Так. ХПшечки у нас есть. От бинтов у нас есть. Два антидота. Останавливает снижение сил. Так. Нам нужно чуть повыше, да? Блять. Блять, 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 блять. Ныкайся, парень. Ёбаный в рот. Как она меня бесит, нахуй.
Так, подожди, какого хрена? На какой это этаж? Так, стоп. Я что-то попутал, куда это ведет? Не, назад. Что-то я уже запутался в этих переулках. Дорог. Да уж, жесть. Просто жесть. Вот тупая сучка ходит там, блядь, бесит меня. Блин, слишком далеко. Да лопайтесь уже, блин. Так, а нам нужен этот этаж, кстати. Четвертый, да? Окей. По-моему, там уже тупик, да? Да блин, рюкзак полон, я понял. Чего? Тайная дверь? Зачем она тут? Так, стоп, а где она? Подожди. Где тут тайная дверь? Что? Да подожди ты с записками. Так, и... Воу. Пахнет смертью и говном. Что испускает такую вонь? На этом манекене одежда Мисс Сонг? Неужели тень управляет ей с помощью вуду-куклы? Я узнаю этот предмет из тысячи. Это кулон. Кулон. Помню, я нашел возле скорой. Стоп, не говорите, что это вещица Тайхуна. Если подумать, весь этот кошмар все начинался после того, как я нашел кулон. Окей, надо взять его с собой. Он может быть тем самым ключом, о котором говорила я Соль. Что? Вся школа рухнет? С каких пор землетрясение? Вот ты где, пора заканчивать урок. Не приближайся, тварь.
Конец пути, мальчик. Оу. Я соль, как ты? Беги назад, откуда пришел, ну же. А как же ты? До тебя еще не дошло, что я могу о себе позаботиться. Двигай. Чё? У меня не было другого выхода. Вот-вот, все нужно выбираться. Так, стоп. Блять! Это именно сейчас нужно было, да, сделать? Твою мать. Да заебали. Ничего полезного, естественно. Что это за хуйня? Да ёб твою мать. Так, а сайванушки не будет, да? Так, подожди. Чё? Где же ты? Ты опаздываешь на занятия, дорогой. Нет-нет, только не ты. Блять. Так, стоп. Да нахуй мне бинты? Вы чё, блядь, издеваетесь? Блядь, чё за пиздец? Как выйти? Так, короче. Один бинт в жопу. Брать монетку. Так, что? Да, блядь, я понял. Не. Прибавляет больше сил, снижает силы. Так, а куда валить вообще? Я что-то не понял. Да, блядь, вы серьезно? Блядь, вы заебали. Как все хуево, а? Так, стоп. Блядь, по лестнице, серьезно? Да, блядь, давай, взрывайся уже, заебало. Так, подожди, не сюда. Лифт не работает. Блядь, я что-то не могу понять, как выйти. Чё за... Пиздец. Так, подожди. Да, блядь, я уже заебался эти антидоты принимать, блядь. Чего? Так. Твою мать. Так, я что-то не понял ни хрена. Как выходить? Бля.
Да блин, вы серьезно? Я не могу выбраться из этого лабиринта, это пиздец. Как, блядь, из него выбираться? Да ёбаный в рот, вы серьезно? Ой, блядь, ебать копать просто, что? Чё за пиздец? Серьезно? Блядь, да ну нахуй, я не заметил шкаф? Ебануться, блядь. Шкаф я, блядь, не заметил, ебать. Ну нахуй. Буду я еще это, блядь, хуйней страдать. Да ёб твою мать, блядь, я обратно иду, что ли, или куда? Чё за пиздец тут происходит? Шкафы я, блядь, не заметил, блядь. Хули вы говорите, блядь, шкафы я не заметил. Как я могу, блядь, шкафы не заметить, блядь? Тут запутаться нахуй можно, блядь, в этих четырех стенах, блядь. Да ебануться, вы серьезно? Ебать. Прими, блядь, антидот, долбоёб. Да я понял уже. Поздравляю тебя, поздравляю. Дай нам выбраться, нахер. Так, это мы все видели, бла-бла-бла. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Пиздец. Но, блядь, вы чё, блядь, серьезно, что ли? Пиздец, блядь. Блядь, охуеть не встать. Вот он, блядь, шкаф. Ебан.
Блять, и чё и кровотечение? Охуенно, блять, поспешил, блять. Пиздец. Блять. Блять. Ебануться, блять, трешачок, блять. Ну и... Блять, и чё, я не могу типа выбраться? Блять. Блять, иди нахуй. Да ёбаный в рот, вы серьезно? Да ну нахуй. Как мне выбираться нахуй отсюда? Чего? Вы чё, ебанулись, что ли, совсем? Как это, блядь, проходить нахуй? Ебать. Пиздец. Да, блядь, я понял. Я знаю, что ты здесь. Поздравляю. Что там за хуйня валяется? Да нахуй второй раз ничего полезного. Ой, блядь, 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 блядь. Пиздец. Она здесь, блядь, охуеть. Класс. Трешак. Просто. Ходит она, мразь, блядь. Хули ты там забыла, блядь? Блядь, может подождать? Ага, хуй. Хотя, кто знает, блядь. Может попробовать? Сука. Да вот хуй тебе, иди в жопу. Пизду иди, блядь. Дура тупая. Так, стоп. Что за...
Пиздец вообще происходит. Чё, блядь? Пиздец, 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 пиздец. Блядь, вы только не говорите мне, что... Охереть. А, вот и сейф. Понятно, ничего полезного. Так. Комната для совещаний. Спортзал 11:40. Спортзал 11:40. Ладно. Главное здание. Так, я думаю, что на следующей серии мы отсюда приступим. Вот, так что с вами был Денис. Всем до следующей серии, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, репостите видосы. Удачи, ребятки. Спасибо, что смотрели. И в следующий раз посмотрим, что будет дальше. Но это реально то, что сейчас происходит, просто жесть. Просто жесть. Всем пока.